В январе в Майами, кажется, перекочевал весь российский шоу-бизнес. Вот и Сергей Лазарев, который с начала года активно демонстрировал подписчикам своего сына, отдыхает с ним под жарким солнцем за океаном. Судя по фото, Никиту, именно так зовут Лазарева-младшего, нисколько не портит звездная жизнь. Мальчик все так же застенчиво отворачивается от камер. За несколько дней, будучи в Америке, Лазарев уже успел побывать на вечеринке с русскими друзьями – Филиппом Киркоровым и дизайнером Игорем Гуляевым, которые тоже сейчас отдыхают в Штатах.